Доказать преданность хозяину и готовность встать на его защиту. Собаки со всего Дальнего Востока приехали в Хабаровск на чемпионат федерального округа. 54 участника разных пород, от кавказской овчарки до немецкого шпица, показали свои умения, несмотря на непогоду. Как проходят соревнования среди собак за звание мастера спорта, выясняла Ульяна Крамаренко. На трибунах футбольного поля соорудили палатки. Собакам и кинологам даже циклон не помеха. Главных участников соревнований от дождя и ветра в ожидании выступлений прячут под пледами. Четвероногие спортсмены за несколько минут должны показать преданность хозяину и выполнить команды, несмотря на любые условия. Это чтобы показать, что собака не боится выстрела и относится пунктуально, чтобы не испугалась и не убежала. Испугать этих спортсменов сложно. Немецкая овчарка из Комсомольска Нордвинг к таким испытаниям готовится с рождения. Это его вторые серьезные соревнования. Занимаемся чуть ли не каждый день. На прогулке всегда какое-нибудь упражнение. Ну а в период подготовки, в период сезона, практически каждый день занятия. В неделю, наверное, раза три или четыре след, также раза три защита и раза три или четыре послушания. Лежать! Молодец, хорошо. Свои умения на площадке покажет и немецкий шпиц Вольт. В большой спорт и мир дрессировки пришел случайно. 4 года назад Ольга Галкина завела питомца для души. Однако талант помог ему из диванной собаки превратиться в спортсмена. Она, можно сказать, плюшевая, диванная, просто... У нас талант, на самом деле, хорошо дрессируется. 4 года упорной тренировки, чтобы собачка работала, смотрела на тебя, радовалась, ей хотелось. Вот сейчас ему мало, ему надо еще. Соревнования по ДФО среди неслужебных собак в Хабаровске проводят уже 5-й раз. На размеры и породу ограничений нет, как нет и послаблений. Задания для всех равны. Горка вот перед вами стоит 1,80 м и барьер 1 м. Они должны это все сделать. Но еще помимо того, еще и принести апорт. Туда перепрыгнуть за апортом, взять апорт, перепрыгнуть обратно через барьер, принести хозяину. Говорит, о, я принесла. Дал, как у меня получается. По итогам соревнований собаки, как и обычные спортсмены, получают разряды и звания кандидатов в мастера спорта. Новые испытания спортсменов ждут уже в следующем году. Спортивный сезон у кинологов завершился. Ульяна Крамаренко, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».